Всем приветики. Вы спросите, почему я такой веселый? Да потому что совсем недавно я закончил стримец свой, на котором у меня произошло нечто невероятное. По названию, я думаю, что вы уже поняли, что это был однозначно мой лучший покопенинг за... Ну, за этот год, наверное. И в целом за всю FIFA 20. В общем-то, зашел я пооткрывать награды, мои, ваши, открывал подписчикам. Но важное уточнение, лучший покопинг касается лишь моих паков. То есть я не стал читерить, как это наверняка сделают другие фиферы, где они там повытаскивали крутых игроков и выставили как за свои. Нет, именно конкретно мой дроп был самым лучшим. От вас я прошу лайкусика, ну, за самый лучший покопинг. Ну, камон, ребят, не должно быть жалко. Ну и перед тем, как вы увидите нарезочку, хотелось бы вам напомнить о моих лучших друзьях компании OneX. Совсем скоро стартует Бундеслига, а конкретно 16 числа. У них на сайте уже есть линии, поэтому переходите по закрепленному комментарию, делайте ставочки и зарабатывайте баблицо. Также, ребята, не забывайте про мой личный сайт с продажей монет, ссылка будет в описании. Ну и, в общем-то, сначала я залетел, открывал награды для своих подписчиков. Не могу сказать, что было что-то грандиозное из разряда вау, всякие акампосы падали, там, не очень играбельные карточки, но один пак все-таки достойный я могу выделить. Так, ну что, момент истины. Гарантированный игрок тот с Ла Лиги. Давайте смотреть, что же упадет. Франция, это хорошо. Это, да ладно, чувак, ты просто победитель по жизни, блять, Варан. Ему Варан упал, ребята, ну посмотрите. Да, подписчику поймал Вараном, круто, классно. И, в общем-то, в целом, наверное, больше нечего показывать от подписчиков, потому что не так много аккаунтов я открывал. И сразу же давайте перейдем к моим наградам. Но перед этим я решил собрать себе Эдера Милитао, зная о том, что это читерская заскриптованная карточка, решил я ее себе сразу же урвать. Все-таки я, видимо, чувствовал, небольшой спойлер, к нему выпал напарник. О боги, дайте мне хороший дроп. Подгоните мне что-нибудь прекрасное, пожалуйста. О боже, какой кал, какое дерьмо, понятно. Следующий пик, Терштеген, ну понятно. Короче, опять загасили меня яшники. Хотя Терштеген мне, возможно, в основу даже пойдет. Ну и последний пик. Есть! Суарес, иди сюда, блять, нахуй! На моем аккаунте! Хруш, блядь, хруш! Да! Там кто-то в чате говорил, что мне Суарес выпадет. Заебись, это охуенно. 1,5 миллиона, ребята. Блять, наконец-то, впервые в жизни мне что-то хорошее упало в Weekend League. Боже мой. Голландия, о боже мой, какой кал, блять. Наверное, худший тот, с которым мне мог упасть, это Донг. Тот с Ла Лиги, пожалуйста, дайте мне тоже Варана, блять, ну по-братски, ну закиньте Варанчика. Закиньте что-нибудь такое, от чего я просто бы охуел. Германия, Кросс или Терштеген, блядь. У меня уже есть Терштеген, блядь, музыкал. Ну и 3 продаваемых Тотса Ла Лиги, ребята. Надеемся и верим. Полетели. Серхио Рамос, иди сюда, блять, нахуй! Ебанись, блять, как же мне сегодня везет! Как же, блять, мне везет, ебать! Ебать, я в ахуе, блять! Прикиньте, не упал, блять, Суарес, не упал Серхио Рамос. Серхио Рамос ставит лайк, и вы тоже не пожидитесь, поставьте лайкусь. Наконец-то мне повезло. Вот где-то у меня, блядь, праздник на этой улице. Разбитых надежд. Так, тут еще 2 игрока. Карвахаль еще упал и Парежо. Ну, Парежо это, конечно, Санина та еще. Да, ребята, вот такой вот невероятный улов у меня получился в этой Weekend League. Как такое возможно? Я не знаю. Мне упал Суарес, мне упал Терштеген, мне упал Серхио Рамос. Об этой карточке я вообще мечтать не мог. Карвахаль. В принципе, состав у меня уже более чем боевой. Надо додумать единственную позицию левого полузащитника. Нужно какого-нибудь испанца сюда впихнуть. Или же игрока из Ла Лиги. Ну и также, ребята, по промокоду PANDOS вы получите крутецкий бонус. Ну и давайте же устроим тест-драйв этой команде. Хочется затестить Суареса. 3 звезды на финтах мне не дают покоя. Но статы это, конечно, что-то невероятное. Надеюсь, он будет играть на эти статы. Так, наш соперник. Серия А. Криштиану Роналду, Каларов, Рибери. Ну, довольно-таки сильная команда, на самом деле.
Конечно, по одному матчу, наверное, сложно будет судить. И уже, наверное, по итогам Викинг-лиги я сделаю какие-то выводы, и я сразу же пропускаю. Вау. Классная защита у меня, ребята. Как они там проебались, блядь, Милитао и Серхио Рамосом. Казалось бы, два таких топовых центральных защитника, и такая пустошь образовалась. Так, Суарес. На! Нет, не получился удар. Здесь надо вот так. Хорошо. Супер! Блядь, какой хедеборд, блядь, нахуй, такие подкаты делает. Так, Эсьен. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, какой удар мог быть. Так, Карвахаль. Даже близко не может подобраться к Дугласу Кости. Но вроде как-то все-таки нагнал. Так, Джордж Бест. Опа. И здесь крути. Да, блядь, Джордж Бест, хорош. Ну, какой-то тупейший отскок на ногу. Блядь, а что опять за провал у меня в центре защиты? Я в шоке просто. Два удара от соперника, два гола. Защита прям дичайше проваливается. Я не знаю, в чем проблема. Казалось бы, такие, блядь, чуваки стоят. Блядь, опять какие-то дичайшие провалы в защите. Хорошо, Милитао, сейчас неплохо сыграл. Блядь, и тут нет офсайда. Да почему каждый раз такой провал у меня в защите? Господи, боже мой. Блядь, ну смотрите. Эдер Милитао сделал отбор, блядь, и отлетел. Да что за херня, блядь. Так, Суарес, Файнес. О! И забивай. На. 2-2. Адама Траоре. Это проверенный боец. Так, Суарес. В дальний! Блять, ну, мог бы получше ударить на самом деле. С такими-то статами. Так, Тони Кросс. О, Пареха. Пареха! Въеби! Перекладина! Да твою все! Ну все, блять, нахуй. Ну, это матч, который я должен проебать, видимо. Да посмотри на это. Ну, вы видели это. Ну, это просто какой-то цирк, блять, ебучий. Ну, посмотри. Да я не верю в это. Это просто бред. Как по нотам. Ну, спасибо за офсайд хотя бы. Так, Суарес, ну-ка. Ёбни так, чтобы все охуели. Вот я жду, что вот игроки с такими статами будут реализовывать подобные моменты. Что-то пока не чувствую я этого. Милитао! Блять, ногу себе не сломал, братуш. Угу. Опять у меня, блять, Карвахаль провалился. Где он? Да хрен его знает, где он. Тут Джордж Бест, блять, у меня бегает почему-то. О, первый сейв Терштегена, ребята, запомните этот момент. Единственный мяч, который пока что он засейвил. Суарес, хорошо! Да, блядь, да что будет делать этот Ханданович, блядь? Заебешь, блядь, бородатый. Ну это пиздец какой-то, да! Да, блядь, да ш... Блядь, чего происходит, как забить в этой игре? Не, ребята, это бредятина какая-то на поле происходит. Это просто, блядь, словами не описать, насколько я сейчас охуеваю. У меня давненько не было вот таких вот руинищих матчей, блядь, где происходит какой-то лютый трэш. Бля, я сделаю вот так. Сейчас будет, смотрите, красивый гол. Чекайте. И на. Блядь, посмотрите, я не знаю, как забить в этой игре. Ну, забегай, блядь, все, лети нахуй уничтожать, отдамыч. Бля, пожалуйста, пробей этого долбоеба. Блять, конечно же, сука, не пробьет, блять. Давайте, головкой кто-нибудь, головкой, пожалуйста, забей. Блять. Я в ахуе, просто ничего не говорите, просто ничего не говорите. И мое любимое, блять, сломо начинается. Давайте еще поражение мне засчитайте, раз уж такое дело. Так, лучший игрок Адама Трауре, Милитао 8.4, Серхио Рамос 7.8. Что там по стати? Ну, классическая стата. 18 ударов, 10 стор. Соперника, блядь, 3 удара, стор, 2 гола. Классика! Так, next соперник. Бонедер и Вернер в атаке. На нахуй, блядь, вынимай, блядь. 1-0. Дубль. К третьей минуте Суарес сделает дубль. Ну, тут, видимо, соперник уже чуть-чуть послабее достался. Хотя я не могу сказать, что то, что происходило в том матче, как-то сильно подвязано к тому, что у него был какой-то сильный скилл. Сами видели, какой там рандом в твой дом был. На, нахуй. Да заебешь. Да пожалуйста. Ну вынимай уже, наконец-то. 3-0. Суарес хет-тричок. Вот примерно таких действий я и жду от него в предстоящей ВЛ-ке. Все, блядь, тут у меня Эдер Милитао, просто так не пройдешь. Так, ну что, покер будет? Покер будет. Все, я думаю, на этом мы должны с тобой попрощаться. Наверное, сложно делать какие-то выводы по итогам двух матчей, поэтому, если вам будет интересно, я отыграю ВЛ-ку и сделаю уже какой-нибудь мини-обзор этой команды. Опять же, если вам интересно, понаставьте 1015 лайкусиков. Также комментариями вы можете все это сподвигнуть. Ну и в целом, наверное, все. С вами был я, PandaFX, мой лучший покопинг. Надеюсь, этот состав меня не подведет.